Здравствуйте, друзья! Пришла посылочка из Китая. Откроем и посмотрим. Все. А что это? А, это знаете что? Это я себе на коляску. Я не себе, а ребенку заказал москитную сетку. Сейчас лето будет на дворе, и захочется выехать в лес, да и просто вечером погулять, чтобы комары и разные насекомые не лезли в коляску. Вот такая штуковина. Ну, вроде бы все хорошо, комар точно не пролезет сквозь эту сетку. Я, в общем, доволен. Она просто надевается на коляску. Ссылку оставлю под видео. Реально хорошую цену нашел. Всем спасибо. До свидания.